завершилась неделя нашей работы с прекрасным Филиппом Родригесом Жорда. Она завершилась показом. Была невероятная неделя очень интенсивной работы, в конце которой я испытала настоящее головокружение, когда огляделась вокруг и увидела, что за красоту я научилась делать. Еще мы готовили собственные макеты, как театральные художники нашего будущего спектакля. И как Филипп сам сказал нам, если вы хотите сделать свой спектакль, лучший способ – это просто начать его делать. Хотя у нас сегодня выходной, но сегодня будет спектакль-биография. Ну а завтра нас ждет знакомство с новым миром, с новым космосом Давида Джованзана. Как обычно, в ожидании чуда. Тут у нас чудо каждый день происходит.